Сделаем это сейчас. Давайте мы при помощи винтовочки нашей любименькой просто выстрелим куда нам нужно. Так, где наш Стив? Это не Стив, не Стив, не Стив, не Стив. А вот Стив. Отлично, все. Отлично. Если же вы давно хотели купить или продать свой собственный сервер по сампу, CSGO или Майнкрафту, но не знали, как это правильно сделать, чтобы вас не кинули, тогда сайт smoru.ru вам в этом поможет. Там вы можете приобрести готовые сервера по любым играм с высоким онлайном и огромной прибылью, а также продать, как я уже сказал, свой собственный сервер по разным играм, и все это на сайте smoru.ru. Ссылочка будет в описании, поэтому переходите и закупайтесь по полной. Всем привет, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Диман, и мы продолжаем играть GTA 5, и народ, сегодня у нас будет опять-таки ваш любимый экспериментик, в котором мы немножечко, друзья, изменим сюжетную линию данной игрушки. Как вы все прекрасно знаете, что мы пытались спасать уже и Майкла, и Тревора, и в принципе пытались спасать обоих, ну это конечно же во время всяких экспериментов другими ютуберами, друзья, и мы никогда не пытались просто переключиться во время того, как мы выберем миссию спасти обоих, на вот этого замечательного человека, которого я сейчас вам покажу, контакты. Смотрите, вот на Дэвина получается. Да, друзья, как только мы на него попытаемся переключиться, то, к сожалению, я не знаю, что может произойти. И поэтому сегодня мы как раз-таки это и проверим, народ. Давайте мы, наверное-таки, запустим заново миссию, где мы будем спасать обоих. И в тот момент, когда уже придется скидывать его со скалы, мы просто при помощи мода переключимся за него и будем тупо играть. Попробуем, что будет. Будет очень интересно, я думаю. Так, начать задание заново, и нам нужен последний рывок. Отлично, народ. Так, народ, короче, как обычно, нам придется немножечко пройти заново всю эту миссию от начала до конца. И так как у меня есть моды, мы это сделаем достаточно быстро, просто вот так будем телепортироваться, раз. Затем сейчас заберем Ламара, садись бегом, прыгай уже, ё-моё. Далее мы отправимся на завод, в котором расстреляем половину народа, потом убьем какого-то репортера, получается. Я сейчас даже, кстати, мне бы интересно было посмотреть на этого репортера, подождите-ка. А, на Стива, точно мы убьем Стива, друзья, именно на аттракционах, когда он будет давать свое интервью, а затем уже, друзья, и отправимся к дому Дэвина, где мы его выхватим, соответственно, посадим Тревора в автомобиль, потому что каждый из этих людей будет, ну, Майкл убьет одного, Франклин убьет другого, я уже, честно сказать, и не помню, что там, как это все будет происходить, но сам факт того, что Тревор будет похищать Дэвина, и в тот момент, как только мы все встретимся на горе, и только будем пытаться сдвинуть всех, можно попытаться просто переключиться на Дэвина и расстрелять всех его обидчиков. Это было бы реально очень круто, да, народ? Так, ну, в принципе, что, я не буду, наверное, такие это все повторять, да? Давайте мы быстренько сейчас все это проделаем, как бы, да? Так, народ, короче, на изи проходим вот эту миссию, да? Не для этого мы здесь собрались, главное, чтобы нас, в принципе, никто здесь не расстрелял. Я помню, кстати, я очень помню тот момент, когда мы не могли пройти это очень долго. Ну, точнее, я не мог пройти, когда... А, играл по сюжетке, реально проходил всю эту игрушку с самого начала, и реально было для меня, ну, прям очень сложно, на самом деле. Так, давайте мы их убьем. Раз, два, потому что, во-первых, либо Тревора гасили, либо меня гасили, либо еще кого-то гасили, и тем самым мы, к сожалению, очень долго ее проходили на видос, но затем ее прошли. Тут же мы можем делать намного интереснее. Смотрите, просто прыгаем и, блин, расстреливаем их в упор. Почему бы нет? Годмод стоит, все стоит. Так, нам нужен Тревор. Я извиняюсь, я уже давно, очень-очень давно проходил эту миссию, поэтому, народ, могу немножечко путаться. Давайте пукнем им туда парочку гранат. Отлично. Так, а теперь откуда они там вернутся, я что-то не могу понять. А, давайте, вот так вот вам, да, чувачки? Так. И я думаю, где-то вот сюда тоже вот такую вот гранатку им закинем. И вот так вот. Последнего. Нет, там еще все уже остались живые. Мы быстренько сейчас это все дело пройдем, друзья, и как раз таки посмотрим, что будет, когда мы переключимся на Дэвина. А как я сдох? А как я сдох-то? Твою мать. Стоял же Годмод, какого черта? Народ, какого-то фига меня просто зареспило, так скажем, уже от... пройденным. Оказалась наша миссия и зареспила меня, в принципе, уже на выходе из данного цеха. Так, ладно, давайте мы быстренько всех расстреляем нахрен, да? То есть, чтобы они нам не мешали, в принципе, да? И поедем уже убивать оставшихся негодяев. Так, вот туда мы, я, наверное, закину гранатку. Одну, вторую.
Отлично, так, и в принципе там еще кто-то, да, все же к нам лезет. Давайте вот так вот вам, бам. Затем еще бам. Так, подожди, вот ты еще лезешь. Давай, дружок, давай, давай, давай. Так, я думаю, что на этом стоит уже поторопиться и наконец-таки вернуться уже к тому моменту. Кого убивать, я не понимаю. Что за фигня, Ламар погиб, какого черта? Так, друзья, ну короче, мне все просто нравится. Наша игрушка немножечко из-за модов начинает косячить, показывает мне, что мы типа сдохли. На самом деле мы реально живы, и потом нас перекидывает на шаг вперед. И это реально мне нравится. На самом деле, ну да, конечно, кто-то скажет, типа я читер и все такое, я с модами прохожу игрушку, миссию, но мы ведь не для этого собрались. Я уже как-то проходил это без модов, и в принципе все просто замечательно. Мы сегодня хотим проверить очень интересную штучку. И я думаю, что пора уже. Народ заканчивать с этим, реально уже бесит. Надо как можно быстрее. Так, вертушка. Ой, ты, дружище мой. Ой, ты мой маленький. Давай, вот сюда. Папочки в лапки. Так, отлично. Теперь вот этому вот сюда мы стрельнем. Короче, народ, надо уже, в принципе, переходить к нашей главной части. Да, я думаю, каждый из вас уже немножечко заждался. Народ, ну как я и говорил, вот наша первая цель — убить мистера Чена. И, по-моему, у нас все вроде бы как получается, да? Кто у нас тут мистер Чен? Мистер Чен, дружище мой, давай мы, наверное, тебя вот таким образом берем. Это просто изи, друзья, на самом деле изи, когда мы имеем моды. Отлично, теперь нам нужно убрать, как я уже ответил, на аттракционах господи, Стива, точно, я уже чуть попутал. Так, на кого переключиться, я что-то не помню. А, выберите Майкла или Тревора. Окей, я понял тебя. Давай мы выберем Майкла для начала, убьем Стива и уже потом, народ, убьем нашего Дэмина. Ну, как убьем? Попытаемся переключиться на него. Друзья, ну, я не мог не вставить убийство Стива, поэтому давайте мы его сейчас быстренько загасим. Так, какая у него там каюта? Вот это, да? Ну, в принципе, пока, чувак. А, еще жив? Да ладно, ты чё? Да ну нафиг, серьезно, что ли? Я не верю в это. Че, меня распознали, что ли? А, упустил шанс, что-то с него убить, теперь все кишит копами. Я понял, надо с винтовки стрелять, друзья. К сожалению, систему не обмануть. Окей, сделаем это сейчас. Давайте мы при помощи винтовочки нашей любименькой просто выстрелим, куда нам нужно. Так, где наш Стив? Это не Стив, не Стив, не Стив, не Стив. А вот Стив. Отлично, все. Отлично. Замечательно. Изи. Просто. Даже. Не прицеливаясь. Отлично. Теперь погнали до Дэвина, друзья. Наконец-то мы уже начнем проводить нашу тему. Так, народ, ну что же, быстро разобравшись с охраной, мы можем захватить Дэвина и отвезти его на финальную часть игрушки. В общем, он у нас, как вы понимаете, спрятался в шкафу или же что там? А, он даже не прятался? Подождите. А или у меня шкаф пролагал? По-моему, он в шкафу. Что за фигня? Опа-на, вот это прикольно, вот это реально прикольно, вот этого я вообще не ожидал, он по сути должен был в шкафу, как я помню по своей памяти, но его тут не оказалось. Кстати, сразу хочу сказать, что как только мы, в принципе, заглянем под капот нашего автомобиля, то там никого не окажется, я не понял, кто это уже, в принципе, распознал до меня, но, как вы видите, он пустой, то есть, видите, даже багажник наш пустой, соответственно, какие-то тут звуки будут доноситься, это, по-любому, не звуки Дэвина, это уже игрушка немного заскриптована, поэтому, народ, вот так вот все происходит. Окей, давайте мы уже, наконец, переместимся и оттуда продолжим. Да, ребятки, наконец-таки уже конец данной миссии. И сейчас мы проверим, что же будет, когда мы переключимся на Дэвина, который будет находиться в машине. Было бы реально очень интересно проверить и реально посмотреть, сможем ли мы убить всех наших обидчиков, а то бишь Тревора, Майкла и, если не ошибаюсь, Франклина, если он подъедет, потому что просто как бы... А, он придет, да, все верно, я, честно сказать, уже и позабыл. Ну чё, народ, в принципе, смотрим, что может произойти. Отлично, он выкидывает сигары свои, и тут подъезжает Франклин. Да, друзья, но у меня, к сожалению, не Франклин, а Скала Джонсон, но это не важно. Смотрите, вот он наш... Так, Дэвид, и давайте попробуем. Чё за фигня? Чё за фигня? Твою мать! Да... Друзья, к сожалению, на данный момент не работает. Увы, ях, но не работает. Я не могу ни на кого переключиться, поэтому мы просто смотрим видеоролик, который сделали наши разработчики. Ну же, ну же. Вы можете, в принципе, почитать, что там пишется внизу, но нам это не особо важно.
Мне важно переключиться на Дэвина. Пожалуйста, да, дай мне эту возможность. Окей. Окей, они там, короче, пытаются расколоть, как вы видите, да? Ну давайте мы это, в принципе... А, это даже не пропустить? Офигеть. Не, это можно пропустить. Теперь мы быстренько кое-что сделаем. Отлично. Потом вот это. Отлично. Для чего это делать? Для того, чтобы они стояли на месте, и тем самым, народ, мы, короче... Вот так вот мы сделаем, чтобы они нас точно не сдвинули. И попытаемся, давайте пробраться в багажник. Что? 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 Где Дэвин-то, ё-моё, народ? Где Дэвин? Я не могу понять, где Дэвин, какого чёрта? Я тупо не могу ни на кого переключиться, потому что мы не видим Дэвина, так как его нету в машине. Вот это поворот, народ, вот это поворот. Вот реально, я в это вообще даже и верить не могу. Но, как вы видите, мы немного заскриптовали за, скажем так, представили все вот эти вот объекты на одном месте, поэтому вряд ли что-то может случиться, и никто, к сожалению, с горы не слетит. Поэтому мы можем сказать, что мы спасли Дэвина, но я бы хотел просто... Они пытаются, видите, друзья, они пытаются его сдвинуть эту машину, но машина, к сожалению, не двигается, и поэтому мы можем ее передвигать в любое место. Ладно, давайте подождем, посмотрим, что может произойти, потому что мне реально интересно, но, к сожалению, что произойдет, когда мы переключимся на Дэвина? Да ни хрена, потому что Дэвина, мать вашу, нету. Вот это поворот. Вот это поворот, друзья. Ну ладно, давайте смотреть, что будет. Может быть, что-то произойдет, может быть, наш Дэвин выпрыгнет из нашего багажника и тем самым застрелит всех нахрен, или же... Не знаю, ждем, смотрим, думаем, гадаем. А вы пишите пока в комментариях, что может произойти, пока будет маленькая пауза. Народ, короче, я ждал буквально минут 10. Вот честно, без вранья, ждал 10 минут и слышал лишь только стоны Тревора, Франклина, Майкла, которые пытались просто сдвинуть данную кочергу нахер вниз. Но так как она у нас просто статичная, из-за того, что я ее и такой сделал, и, соответственно, всех своих персонажей мы нифига не смогли сделать, и, соответственно, никто не выбежал. Но лишь только я заспавнил самого Дэвина, да, народ? И, в принципе, сейчас я сделаю маленькую превьюшку, потом... Ну, мягко говоря, можно сказать, что у нас все удалось, и мы сможем убить всех, посмотреть, что будет потом, но, как вы видите, просто Дэвина нет в этой машине, в этом багажнике, поэтому я ничего не могу сделать, только лишь просто переключиться на самого Дэвина, именно заспаунив его. Уж извиняйте, но по-другому никак, и, видимо, обычный вопрос на то, а что будет, если же мы попробуем переключиться на Дэвина, когда его попытаются скинуть со скалы, да ни хрена, его просто нету, вот и все, друзья. Ладненько, сейчас мы быстренько все намутим и потом продолжим. Друзья, хотите прикол кое-какой? Смотрите, в общем, если мы попытаемся сейчас просто перекинуться на другого игрока, то бишь, смотрите, включаем, затем мы немножечко, давайте мы его поставим в то же нужное место нам, да, как бы, смотрите, то бишь, анимацию для него поставим, да, как бы, арест сразу, чтобы он, конечно же, у нас был в стойке подходящий, вот такой вот, допустим, да, замечательно. И смотрите прикол, друзья, как только мы попытаемся, в принципе, играть за этого игрока, а именно за Дэвина и отомстить всем его побитчикам, мы нажимаем, в принципе, да, играть за него, но, к сожалению, меня перекидывает на Майкла, и я ничего не могу сделать, вот в чем и прикол. Значит, мы, ну, честно сказать, ничего не можем сделать, и даже при помощи Дэвина, допустим, мы не можем даже убить эту машину, господи, машину всех этих обидчиков. Поэтому, мягко говоря, что будет, если переключиться на Дэвина в конце игры, именно в последней миссии? Нифига не будет, друзья, даже если мы заспауним вот такого вот чувака, который уже никак не относится к данной миссии, а лишь только левый мой бот. То бишь, друзья, вообще ничего не происходит, вот-вот реально, я не знаю, что делать. Вот такой вот у нас экспериментик. Ставьте лайки, кому понравилось, кто реально хотел узнать, возможно ли убить всех Дэвина, мы спасти Дэвина. Если же вы, в принципе, разочарованы, то уж не отчаивайтесь, обязательно поставьте лайки и придумайте что-нибудь еще интересненькое, и я, конечно же, для вас запишу. Ну а я на этом с вами прощаюсь, всем удачи и всем пока, ребят.